Приветствую, друзья. Это зашифрованное послание методики снятия стресса и раскрытия талантов, которые еще дремлют у вас. Чтобы сразу снять стресс за одну минуту, свое состояние быстро мысленно нарисуйте, как художник на холсте, выбирая любые краски, любыми линиями и фигурами. Возьмите свой стресс, вот сейчас, например, у кого-то стресс, у кого-то колотит, у кого-то подавленность, у кого-то тревога, плохое настроение, апатия. Ну, пожалуйста, возьмите мысленно, как на холсте, нарисуйте это быстро, выбирая любые линии, краски и формы. Мысленно возьмите и нарисуйте, а кто-то может, и двигая рукой, как я вот сейчас. Пожалуйста, подбирайте так, как вам нравится. Да, и свое состояние стресса давайте мысленно проговорите мысленно, что в голову приходит, типа, ах, какой у меня стресс, да что за ужас, да что такое, что у меня такое плохое настроение, прямо что в голову приходит, вот так проговаривайте. Хотите, при этом жестикулируйте, как дирижер, хотите, делайте так, как я, хотите, делайте, как вы. Самое главное здесь говорить то, что в голову приходит, ничего не стесняйтесь, хотите мысленно, хотите проговаривайте, хотите шепотом, хотите громко, в зависимости от ситуации, чтобы не показаться чудаком. Ну, проговаривайте, если вы будете в таком состоянии, когда стресс вас давит, кому горло, когда неприятное ощущение, когда во всем теле ломит, когда страх за будущее, когда не знаете, как будет, что будет. Вот так и говорите, не знаю, как будет, что же мне делать. Если у вас голос не такой, как у меня сейчас, а совсем тихий, если у вас сил нету, говорите тихо. Делайте это так, чтобы вам полностью соответствовало в текущий момент состояние. То есть, было легко делать, вот говорите хоть шепотом, выговаривайте все, что в голову приходит, не прогоняйте плохих мыслей, пропускайте через выговаривание. Можете ходить туда-сюда по комнате, можете сидеть вот так, дирижировать, делать жесты такие вот, как я, делать жесты такие, как вы хотите. Пожалуйста, у нас осталось еще полминутки. И пропойте теперь, хотите шепотом, хотите вслух, хотите в полголоса, теперь пропойте, как певец, пропойте теперь то, что в голову приходит, ах, какой я несчастный, или какая я несчастная. Пропойте, хотите тихим голосом, хотите погромче, хотите вообще громко, потому что у вас голос сейчас будет освобождаться. Если он был зажатый, был хриплый или голос болел, вы заметите, что он сейчас освобождается, потому что вы начинаете пропивать свой стресс. Так, хотите хоть шепотом, то есть таким действием, которые вам не затруднительно, и когда вы так подобрали себе действие, которое совпадает с вашим состоянием на 100%, когда вы не можете петь хорошо, а поете так, как можете, а можете и шепотом петь, вы заметите, что у вас постепенно расправляются плечи, открывается дыхание, и вам хочется петь громче. И у вас появляется природный ваш голос, потому что снимаются спазмы с голосовых связок. Потому что открываются легкие, вам становится легко дышать, и у вас появляется хорошее настроение, снимаются спазмы. Мышцы, кислород попадает в клеточки мозга обильно. И появляется такое хорошее состояние, когда хочется действительно петь. И действительно появляется голос. Но вы можете не спешить, потому что вы в течение 5 дней, каждый день, вот такую методику делаете для себя, одну минуту, в удобное для себя время. И вы заметите, что вы можете любую эмоцию выразить словами, как поэт. Любое чувство тонкое вы можете сказать, нарисовать, или стихами сослагать, или как хотите, жестами,
как бы прозвучать, выразить словами, цветом, выразить интонацией, потому что вы раскрепощаетесь каждый день все больше и больше за одну минуту в день. Это так поразительно. И в конечном счете, и некоторые уже сейчас могут не только пропеть свои стрессы, свое чувство, любую тонкую эмоцию, не только прорисовать в уме, как художник, но и протанцевать свою эмоцию. Это потрясающе! Кому как легче, танцуйте мысленно свою эмоцию, выражайте стихами, выражайте цветом, выражайте словами свои чувства, и вы замечаете с каждым разом, с каждой секундой, что вам все легче, 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 как гора с плеч. И в этот момент вспоминаете счастье, счастливые моменты детства, и могут быть и слезы прольются, и может быть какое-то зевание вдруг наступит, и может быть какое-то дрожание наступит, и может быть какое-то колочение в теле, и какие-то волны и токовые ощущения расплываются по телу, и может быть появляется такое расслабленное чувство, когда все как-то уходит в сторону, и хочется просто задуматься. И вы так сели, пустили мысли на самотек, мысли плывут, как облака, ничего внутри не задевая. На самом деле, если вы хотите быстро открыть у себя таланты, если вы хотите быстро открыть такие способности, которые раньше за собой не замечали, а хотите вдруг энергию стресса превращать, как стресс-трамплин, и не только стресса, а страха. Вот страх вас застиг в любой момент, когда вы хотите, вы можете тут же понажимать вот эти точечки, обжать вот эти пальчики, сильно понажимать, чтобы было немножко больно, нажать на кончик уха, и сделать вот так. Ай, как хорошо, ну просто удивительно. И можете сразу представить себе, что вы пропоете этот стресс, протанцуете, все, что в голову придет, сможете пропеть и освободиться. И как гора с плеч. Итак, мы все разные. Но механизм единый. У нас есть 5 органов чувств. Это обоняние, это зрение, это мы тактильно как-то воспринимаем, кинестетически. Ну, короче говоря, вы знаете 5 органов чувств, и мы сейчас пробежались по всем 5 органам чувств. Да. И когда мы задействуем наше напряжение, которому хочется вырваться, как пробки шампанского, так надо выпустить это напряжение, выпустить пар, я называю, выпустить пар, как чайник, который кипит, надо крышку снять. И вот эта методика, которую я сейчас вам рассказал, она позволяет выпустить пар за одну минуту, очень быстро. Да, напишите, пожалуйста, комменты, кто что почувствовал. Это обмен опытом. Потому что, когда мы пишем комменты, у нас продолжается механизм разгрузки. Да, разгрузки, и потом вы будете ложиться спать, вы вспомните, что когда у вас какой-то стресс, вы можете его протанцевать, вы можете его пропеть, вы можете его стихами рассказать. Да, вы можете его выразить. Тонкие чувства, тонкие эмоции на разных уровнях анализаторов. Таким образом, освободиться быстрее. А если вы это делаете мысленно, например, лежите в постели и мысленно прокрутили разные вот эти вот варианты выражения своих тонких эмоций, вы потом заметите, что вы незаметно уснули, и у вас сон придет очень хороший, и во сне вам может присниться то, чего давно не было. Например, полеты во сне, легкость. И не удивляйтесь,
что через 2-3 дня после ежеминутного такого методического времяпрепровождения каждый день один раз хотя бы или три раза хотя бы в удобное для вас время, цвет кожи поменяется, вы помолодеете, глаза станут искриться улыбкой, глаза станут более ясными, вы будете видеть лучше и без очков. И вы заметите, что вес лишний уходит. И вы заметите, что если вы раньше заедали стресс, вам не хочется его заедать. Вы заметите, что если вы запивали стресс, вам не захочется запивать, потому что сейчас у вас запускаются механизмы гормональные, гормональные обменные процессы организма. Все начинает налаживаться, приходить в норму, и самое главное, повышается стресс-иммунитет. И ваш иммунитет. И вы заметите, что во всех трудных ситуациях жизни вы легче и быстрее ориентируетесь. Вот это удивительно. Вы быстро ориентируетесь, гораздо быстрее, чем было раньше. Вы заметите, и вы пишите в комментах, потому что это вам привет от школы «Человек будущего» Homo Futurus. Друзья, я назвал это зашифрованное послание методики снятия стресса и раскрытия талантов. Потому что вы это почувствуете на себе, но еще лучше вы это откроете в себе, когда несколько раз просмотрите этот ролик. Друзья, я вас поздравляю, потому что уже 30% из вас, людей, которые смотрят этот ролик, уже сейчас избавятся от стресса и ощутят легкость парения. Да, друзья, мы молодеем. Вместе. До встречи.